я была совсем маленькая, но мне кажется, я сознавала, что вижу его в последний раз, больше никогда не встречу. Так и связалось у меня в памяти, что война – это когда нет папы. Зареченские школьники рассказали отрывки любимых произведений русских и зарубежных писателей. За чтением вслух ребят объединил городской этап 6-го всероссийского литературного конкурса «Живая классика». Зарегистрировались почти все школы, принимают участие. На данный момент 23 участника. По условиям конкурса они заявляют о своем произведении, которое будут читать, и с этим же произведением идут на проходит каждый этап. Словами известных прозаиков ребята рассуждали на разные темы. Со сцены звучали мемуары, истории о дружбе, о семье, о природе. Ученик гимназии 216 дидакт Егор Столяров выбрал непростое произведение – военный роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Я и посмотрел фильм, и вот прочитал несколько глав. Выбрал именно это произведение, потому что люблю рассказывать про войну. Выступление ребят оценивало жюри, обращая внимание на знание текста, артистичность и уверенную подачу материала. По итогам городского этапа 6-го всероссийского конкурса «Живая классика» в областном этапе, который состоится в апреле, примут участие четверо зареченцев. Ученица 225-й школы Анастасия Ларцина, лицеистка Амина Ягудина и две девочки из 222-й школы – Евгения Демина и Софья Серова. Они получили специальные подарки от библиотеки и бесплатный доступ к скачиванию электронных книг с платных ресурсов. Все конкурсанты были награждены дипломами участника. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».